Надеюсь, что когда все это кончится, ты поведешь себя по-умному и все сделаешь правильно. Ну что, договорились? Считай, что да. Никаких проблем, мистер Уоллес. В пятом раунде ты ляжешь. Скажи это. В пятом раунде я лягу. О, Винсент Вега, наш человек в Амстердаме. Жюль Уинфилд, наш человек в Инглвуде. Заходите. Черт, что это за прикид на вас? Не спрашивай. Где босс? Улаживает кое-какие дела. Сейчас подойдет. Уговаривает белого парня выйти из игры. Как дела? Неплохо, а сам как? Ничего. Слышал, у тебя свидание с Мией. По желанию Марселоса. Ты с ней знаком? Пока нет. А что здесь такого смешного? Да ничего. Пойду отолью. Я же не кретин какой-то, это жена босса. Я буду сидеть напротив нее, жевать закрытым ртом и смеяться над ее шутками. А мне что, разбирайся сам. Тогда чего спрашиваешь? Говнюк. Чего уставился, приятель? Я тебе не приятель, качок. Что? По-моему, ты меня слышал, инвалид. Винсент Вега здесь? Иди-ка сюда, брат. Сюда. Пачкой трэпл. Без спички. Пойдем. Пойдем ко мне в кабинет. Это из Мексики. Отличная штука. Это другая, но тоже ничего. Это Чоко. Откуда-то из Германии. Два первых по одной цене. 300 за грамм. Только для друзей. А вот этот будет подороже. 500 за грамм. Когда попробуешь, поймешь, за что переплатил. Первый товар отличный, правда. Но это настоящая бомба. Просто разорвет тебя на части. Ты забыл, я только что из Амстердама. Я ведь тебе не черножопый какой-то. Мы не в Инглвуде. Ты в моем доме. Твой Амстердам отдыхает. Очень убедительно. Ладно. Дай-ка мне 3 грамма этой твоей бомбы. Если она окажется действительно такой, как говоришь, я куплю у тебя еще на штуку. Не против, если я сниму пробу?